чудо, Серёга. Я не знаю, что это чудо. И мы сейчас из-за ветра поднимемся вверх, да, правильно? Слушай, мы чуть выше стали, да? Слушай, ой. А что ты знаешь?
показывают. У нас куча каких-то стереотипов, вот это горячая кровь, какие-то там конфликты. Нет, а даже не. Это важно. Мы сейчас высоко подняться не можем, наверное. Посмотрим. У нас нет, теоретически. Может быть, мы скажем, если не найдем, то тоже, да, конечно. А если найдем, то что? Да ладно. Очень слышно. Слушай, я сам себе не поверил, что это чудо.
Я по-хорошему тебя завидую. Правда. Вот прям по-хорошему. Если не знаешь, что на работу. Я бы не проснул, у меня пишет молодой студент, все красивые. Я же не летаю, но тоже приятно. У нас такая поговорка, полетали, полежали. Да? Каждый день. Особенно летом. Ну видишь, ты делали скидку, бесплатные полеты, если девочка летает топ на основной. Ну что, летали? Конечно, бесплатный полет, легко, если она снимает из газа. Ну что, летали? Нет. Как свистит. Еще выбор был. Не все еще летели. Слушай, ну если ты же женой... Делали селекцию. Нет, это же давно. Нет, ну я к тому, что как бы, ты сколько хочешь акций, как бы, а у тебя тут палево как бы с собой. Ну естественно, естественно. А так я понимаю, да, наверное, как бы. Женщины в раз, наверное, отдают пилотам. Ну не пищи, да? Не пищи, да, что я понял. Нет, нет, пока не пищи. И все, да? Ну, я сейчас вам нужен сегодня, там розовая посадка. Машина, ну, выйди, где получше. Выйди, где получше.